В Крыму стартовал первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида Арт». В нем участвуют больше 45 тысяч человек. Среди них художники, музыканты, артисты. Ядром форума станут 8 арт-кварталов под открытым небом. Их посвятили различным направлениям культуры и искусства. В рамках фестиваля пройдет множество кастингов, на которых участники форума смогут исполнить совместные номера с известными артистами, а также побороться за грант на развитие своих проектов. На эти цели уже выделили 80 миллионов рублей. Государство может создать условия, возможности, но реализовать эти возможности люди могут только сами. Поэтому все, что здесь происходит, участники фестиваля не гости, они не просто хозяева, они авторы. Они создают фестиваль, потому что фестиваль — это не инфраструктура, это атмосфера, это душа. Это создают сами ребята. Основные события фестиваля пройдут с пятницы по воскресенье. Участников ждут более 800 мероприятий.